Проливные дожди и вызванные ими оползни унесли жизни по меньшей мере 18 человек в Калифорнии. Среди погибших двое детей. В настоящее время метеоусловия улучшились, однако еще 5 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. По данным местных властей, в результате разгула стихии в начале недели были уничтожены или повреждены сотни домов. В некоторых районах Калифорнии была произведена эвакуация жителей. Многие семьи остались без крова и были размещены во временных убежищах. На этих кадрах вы можете видеть масштаб произведенных разрушений. Целые жилые кварталы были погребены под потоками грязи, камней и сломанных деревьев. Пока спасатели продолжают поиск пострадавших, местные власти приступили к восстановлению инфраструктуры и поврежденных линий электропередачи.